Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сундук, Робби, Бульбазавр. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы будем убегать от аниматроников и всяких прикольных NPC-шек. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Вот давай-ка я поставлю. О! Пойдет? Убегай! Во, ребята, начинается разогревка. Надеюсь, вам понравится. Подпишитесь лайкосиком и поставите подписку. Ролики выходят каждый день. Так, знаете что, Серега? Я иду вовнутрь. Я буду... Ну нафиг. Я иду, короче, с пиццерии и наружу буду выходить, пытаться выжить. Кстати, дверей нет по всей карте, мы все полностью удалили, поэтому они могут беспрепятственно попасть в любую часть и замочить нас. Мы, конечно же, выживем. А где все вообще шарятся? Никого нету. Эй, оно пришло сюда! Быстрей, быстрей! Ну, блин! Серега, они бегают прям по пиццерии внутри! Я знаю! Да как-то имбово. Я не могу к тебе в пиццерию забежать. Смотри, вот это ты? Где? Я Джокер. А, ты Джокер. Ну ты зачем его поправляешь? Он тебя за это убило. Так, ладно, я и другую сторону. Я в пиццерии, Димас. Попробуем выйти через задний двор. Через черный ход. Так, где у нас? Тут нету. Ходил, и в итоге попал на его рожу. Ну ты представляешь? Убили меня. Ну да, вот сейчас сам попал. Мы с тобой одновременно, что ли, умерли или что? Два брата, акробата. Один ножик, вторая лопата. Так, короче, они застряли. Давайте оставим одного этого Челикса, а давайте еще поставим. Эй, я же как свой, типа, должен быть. Я же тебя породил. Я тебя породил. Я и умру от тебя, я понял эту фишку. Хорошо. Ой, Сережка, сейчас будет не сладко вам. О. Пойдет? Да. Мне нравится. Идите, глупцы. Давайте еще вот эту челепиздрюху поставим. Все, мы идем вовнутрь и как всегда будем стараться выжить. А, они за мной, оказывается, бегут. Два, Серега. Я специально, когда ставил, там прописал команду, чтобы они за тобой. Ой, ё-моё. Давай. Димас, нет, они мне не дадут прохода, они там они вход перекрыли. Я прописал специальную команду, конечно. О. Там на канале написал Килл Сережно. Колобнежно. Эй, кто будет физганом трогать, тот будет умирать. Эй, все-таки ты решил. Нет, смотри, я думал, я смогу убежать, но не смог. Димас, я пытаюсь забежать в пиццерию, но тут мне эта культятка со своей челюстью не дает пройти. Ой, ё-моё, они сколько за мной гонятся. Нормально, нормально. Так, будем теперь на улице выживать. Внутри они застряют. На тебе по плечу. Димас, так, Серега, где беги, ты? Беги. Да они же за тобой все, они же не за мной. Бегите за... Эй, не надо на меня натравлять. Да что ты за мной ходишь, не надо. Ну, Сережка, ну не ходи за мной. Я живой. Они тут на углу, короче, все залипли. У них дискотека тут. Дискотека века. Они все... А чё они все за тобой? Отстаньте вы от меня. Команда сработала успешно. Бегите за Димасом. Не-не-не-не-не, я свой. Да-да-да-да-да. Пацаны, нет. Ты специально так сделала. Я его вообще... Он вообще не на меня был сагрен. Он вообще на кого-то другого был. На тебя. А я тут при чём? Я же их порождаю. Ну, ты это ты, Димас. Ну, порождаю. Ну, порождай. А тут сидит вообще этот Пикачу, блин, у фонарного столба, его вообще не трогает, ему нормально. На, попей. Димас, чё-то фигово ты кидаешь как-то. Они неубиваемые. Неубиваемые? А, вот так, значит, хорошо. Давайте я улечу сюда, чтобы вы не видели, кого я ставлю. Ребят, так, ноуклип не используем. Ой, мне это не нравится, ребята, что-то. Давайте мне посмотрим, как они ломятся. Сейчас, Дима. Ой-ой-ой, они тут все тусуются, а пройти не могут. Наверное, надо удалить, они по очереди будут проходить туда. Давайте поудаляем. Так ты их ставишь на крыше пиццерии, что ли? Ну да. Ах ты жук. Не. Да. Пошел.
пошел. Я их... Прикольно. Они по очереди все идут на ЕС, они там нигде не застреют. Так. Отлично, отлично, ребята. И тут еще лупанем. Так фиолетовых... Ну да. Фиолетовых засранцев ставь. Ну понятно все с тобой. Короче, по всей окружности карты лупану. Они же вроде тэпаются за спину. Не, эти бегают просто. Это не NTT, это NPC-шки. Так, идемте вовнутрь. Теперь посмотрим, сколько мы проживем. Ну, я думаю, штук 40 я Ох ты, сколько вас тут. Так, Серега. Димас, я убегаю от них, я боюсь, мне страшно. Я какую-то ружку лайтовую возьму, буду мочить их. Я уже взял. А ну, на. Им как-то пофиг на это, я так понял. Они, наверное, не умирают, да, Сережка? Ну, погоди, сейчас проверим. Да, они не умирают. Не-не-не-не-не-не-не-не, сейчас проверим, сейчас. Не, админский пистолет, не фигачит их, Сережка. Дима сзади. Я удаляю их быстрее, я удаляй! Перед самим носом удалил, прикольно, эпично получилось на записи. Хорошо, давайте поставим тот, кто будет умирать, да? А давайте посмотрим, у нас бессмертие в... А, не, мы тогда не умирали бы, конечно. Вот, вот эти умирают точно. Я надеюсь на это. О, бегите! Спасайся, кто может. Ой, нормально поставил штук, я думаю. Молодец, сундук сам себя убил. А я тут буду тусоваться. Пробежали. Вот это они все мимо пробегают, а ко мне никто не идет. Ой. Ой, ой. Ой, ой. Молодец, сундук. Меня завалил. Они не могут вовнутрь зайти, их не пускает. Какая-то невидимая сила. Египетская сила. Давайте проверим, можно их убить или нет. Так, берем админский пистолет. А чё они тоже бессмертны? Может, с этого пилпака вообще они? Так. Да, не, их можно убить. Не, админский пистолет не мочит, ну. Какие звуки прикольные издают. Кряканья какие-то. Может быть, с самого первого поставить? Давайте попробуем вот этот пилпак. Ой, это было не то. Ой-ой-ой. Давайте проверим, можно их убить? Не, они не убивают. Убиваются. Нет. Убил, убил. Мочатся. Только знаешь, что если она убивается второй пулей админского пистолета, то сколько же у них жизней? Мимо пробегает. Вот кабака. Мы сейчас будем вакханалию устраивать, я так понимаю. Съели, Димас. Нифига себе. Они по мне еще топчутся, это нечестно так. Давайте просто повыживаем, сколько я смогу выжить? Извини, Каркарыч, обстоятельства. Обстоятельства бывают в жизни. Потихоньку мочат наших, я вижу. Ну и Серега их мочит неплохо. Так, за мной бегут. Газовым пердежом своим. Они медленно. Да блин! Блин, вот это я дернулся, можно сердечный приступ так получить. Ну нафиг. Эй, рядом было. Ах ты жлоб. Серега, может давай их жахнем, бомба какой-то? Да, без проблем. Сейчас. Я сейчас еще поставлю, ты, короче, бомбу готовь. Я не одну подготавливаю, сразу говорю. Давай, лупаш. Сейчас, на крышу поставлю. Аниматроники готовы к смерти успешно. Димас, смотри на крышу. На крышу, нет. Давай. Ого. Короче, Серега, я за карту улетел и падаю в небытие. Ой. Небытие? Я мочу, Димас. Давай, я улетаю. Умерло три штуковины, четыре. А чё так слабо? А они, видимо, не, ну, за другой части карты спрятались. У них жизни много, наверное, мне кажется. Где ещё? Тени ещё, я сейчас жахну. Вот, вот тут их очень много. Ой-ой-ой. Вообще... Трое умерли. Вообще, почему-то они очень такие, ну, жесткие. Живучие. Вот как надо. Всё. Серёга, и я стрельну. Ты, получается, опередил меня на долю секунду. Так нечестно. Давайте проверим. Серега, ну еще тут один есть. Ну что они такие мощные? Как тараканы, знаешь, убиваешь одного таракана. Ага. Серег, давай эту бомбу сейчас быстрее. Все. Точно все?
Итак, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! И под конец. Как всегда.